Я никогда не видел тебя такой. Какой такой? Ну, не знаю. Романтичный. Обычно я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще всю в крови. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю. А сейчас я не работаю, жду тебя и плету венок на свадьбу. У тебя ловкие руки. Так и должно быть, я же хирург. Такой ты мне больше нравишься. Меньше крови? Больше красоты. Одно не исключает другого. Это факт, но природа меня привлекает больше, чем операционный зал. Ты не забыла кадильницу? Разумеется, нет. Меня чуть не застукали, когда я ее выносила. Я не знала, как ты ее будешь использовать, так что взяла еще смесь янтаря, аниса и можжевельника. Они неплохо дымят. Спасибо. Может пригодиться. Пошли? Пойдем. А книга не врала. Это место действительно производит впечатление. Верно. Жаль только, что здесь так запущено. Рот обнищал. Видимо, не было денег на содержание. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Если что-нибудь случится, то кричи. Это не склеп, это мавзолей какой-то.